О цифровых технологиях они знают все, а вот о космических выпала возможность узнать у коллег из Щелково. Здесь расположен главный телепорт компании «Газпром космические системы», на котором и состоялась экскурсия. Как минимум расширяется кругозор, но и второе – это понимание, чем занимается соседний отдел, потому что есть такая проблема, ну, в больших компаниях, когда ты вот вроде работаешь, а чем занимается соседний отдел, не знаешь, то есть и у тебя есть какие-то вопросы. Так ты пообщался, вот сегодня мы узнали, что есть такая прекрасная компания, которая обеспечивает нас связью. Мы также взаимодействуем с разными людьми, с разными отделами, с разными предприятиями, и у нас тоже такая появляется синергия, когда мы все вместе работаем. Чтобы узнать подробности о деятельности людей, чьи трудовые будни напрямую связаны с космосом, сотрудники компании «Газпром ЦПС» преодолели более 600 километров, приехали из Санкт-Петербурга в Щелково. В программе рассмотреть на расстоянии вытянутой руки космические аппараты, вернее их уменьшенные, но точно отражающие внешний вид копии, побывать в центре связи и, конечно, в самом сердце телекоммуникационного центра, откуда специалисты следят за спутниками 24 часа в сутки в центре управления полетами. Только из этого зала управления выдаются команды на борт и принимается телеметрия из космического аппарата, по которой анализируется состояние бортовых систем, ну и состояние самого спутника. Аппарат находится 24 часа в зоне видимости, то есть постоянно 24 часа в сутки сбрасывается телеметрическая информация, как бы нет мертвых зон. Цифровые технологии внедряются в разные сферы жизни молниеносно, преобразовывается и космическая отрасль. Раньше, допустим, тот же самый там данные на винчестере передавались там на перекладных, там это очень удаленные районы, то есть там на лодках, на линиях, там по всякому разному доставляли эти данные, пока они приедут к нам, пока мы их обработаем и дадим там отмашку обратно. А при наличии цифровизации, когда у нас есть стабильные каналы связи, мы можем данные получать прямо с места и оперативно реагировать. Подобные экскурсии компания «Газпром космические системы» проводит регулярно. Таким образом, повышает уровень знания о космических технологиях у коллег, вне зависимости от их прямой специализации. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.